Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что в этот последний день уходящего лета вы выбрали этот шикарный клуб. И сегодня вас ждет интересная программа в стиле Fusion Smooth Jazz. Все музыканты у нас известны, которых я объявлю позже. И сегодня прозвучат авторские композиции. В том числе и песни прозвучат. Вас ждет сюрприз. Итак, мы начинаем наш концерт с темы «Интродукция». Thank you.
Сейчас мы недавно были в Открытом океане, назвали композицию также в Открытом океане. Thank you.
Спасибо огромное. Это был открытый Атлантический океан. Сегодня у нас играют замечательные московские музыканты, а проект называется Labor Band, то есть лаборатория Евгения Рюбнюка, зашифрован в этом названии. Эта пьеса посвящалась группе Repentance, а сейчас пьеса посвящается группе Yellow Jackets. Как вы догадались, это американские названия команд. Yellow Jackets к нам приезжали 2 раза, а вот Repentance не приезжали, к сожалению. Итак, песня называется «Тропинка к морю». Thank you.
замечательное соло на шестиструнном безладовом басе. Алексей Заволокин. А также на всех других басах, которые вы еще услышите в этом концерте. На тенор-саксофоне сегодня у нас молодой музыкант, уже известный широкой публике. Это Даниил Федоров. На гитаре сегодня играет Константин Кокорин. Она гармонирует, кстати, с клавишами Nord Stage и с рубашкой. Барабанщик сегодня у нас в нашем сегодняшнем концерте играет Федор Андреев. Он играет еще и порадует вас своими виртуозными соло. Евгений Ревнюк на клавишных инструментах для проекта Leverton. Спасибо за все приходы. Сейчас прозвучит непростая композиция с легким названием «Легкий экстрим». Thank you.
Легкий экстрим. Надеюсь, он для прослушивания был достаточно легким. Особенно после соло Даниила Федорова. И спасибо за поддержку и аплодисменты. И у вас в этом отделении еще уже наступил, вернее, сюрприз обещанный. И в последний день уходящего лета, как раз 1 августа, как вы понимаете, мы пригласили на концерт молодую, но уже известную вокалистку по проекту «Голос». И зовут ее Алина Чувашова. Встречайте, она поет сегодня две песни, и первая из которых называется Summer Night, посвященная как раз последнему дню уходящего, последней ночи уходящего лета. К
который ожидается, плюс 10 градусов, кстати. Итак, летняя ночь. Thank you.
Алина Чувашова, прекрасно спела эту песню, а также Роман Иванов, который сыграл соло на трубе, но быстро сбежал со сцены. Спасибо, что вам нравится, мы тоже для вас рады играть, получаем взаимную отдачу от ваших аплодисментов и поддержки. И в заключение первого нашего короткого отделения прозвучит шуточная композиция, посвященная странам Средней Азии или Кавказа. Называется «Лихой наездник на ахалтекинском скакуне». Thank you.
Итак, сейчас небольшой перерыв, вот, и вы не расходитесь, дождитесь второго отделения, будет тоже очень интересно, и сюрприз также ожидает вас. И кто заинтересовался музыкой, у меня имеются диски, выпущенные в 2014 году, не стесняйтесь, подходите, я вам покажу и расскажу об этих альбомах. Итак, 10 минут перерыв, спасибо.
Так, мы начинаем второе отделение. И спасибо, что вы остались с нами. В этот последний день лета, к сожалению, уходящего. Ну, думаю, что погода нас еще порадует и в сентябре. Мы начинаем с композиции «Килиманджаро». Затем будет сюрприз. Thank you.
прочитывала «Килиманджаро», пьеса собственного сочинения. Хотя мы там и не были, но хотелось бы побывать. А теперь на сцену вышла Алина Чувашова, участница проекта «Голос». Немножко не добралась до финала, но, может быть, я неудачно пошутил, но это уже большое достижение, я считаю. Итак, пьеса называется «Счастливые моменты», посвящается Федору Андрееву. Thank you.
была великолепная Алина Чувашова. Спасибо ей огромное. И вам огромное спасибо за поддержку. Теперь динамическая композиция, называется «Притча». Итак, начинаем. Thank you.
огромное спасибо за такую поддержку. Невероятно фееричное соло сыграл Алексей. Это был ладовый бас, прием назывался слэп, которым не каждый басист далеко владеет. А теперь Алексей взял другой шестиструнный F-бас. У него их не менее 5 в коллекции, я надеюсь. Может быть даже 10. Ну, 8 пусть будет. И к нам присоединяется Роман Иванов на трубе. И хотел бы представить еще раз музыкантов. На тенор-саксофоне Даниил Федоров. Завтра, кстати, он тоже здесь играет. Он здесь частый гость. Вот. На гитаре Константин Кокорин. Федор Андрей на барабанах. И Евгений на клавишах. Спасибо огромное. И наш концерт продолжается пьесой «Пазл. Загадка».
Подходит к концу, и можно сказать, в завершении нашего выступления прозвучит композиция под названием «Южный драйв», или как ему нравится, может быть, «Южное вождение» или «Состояние драйва». Но я эту песню хотел бы пьесу посвятить безвременно ушедшему прекрасному вокалисту из Казахстана Батырхану Шокенову, и думаю, что многие присоединятся к этому настроению, которое мы попытаемся сейчас вам создать. Итак, Soul Drive.
называлась Soul Drive. Южное состояние вождения. Роман Иванов, труба, Данил Федоров, тенор, саксофон, Константин Кокорин, гитара, шестиструнная, Алексей Заволокин, бас, Владовик, безладовик, соло, Федор Андреев, барабаны. Это проект Ladder Band. Мы пытались вам создавать настроение в духе Fusion Smooth Jazz. Ну, думаю, что, судя по вашим аплодисментам, все-таки это удалось. Благодаря взаимной отдаче и восприятию. Итак, следующий концерт у нас 22 сентября на втором этаже этого клуба. А следующий концерт 29 сентября будет в клубе Форте. Итак, я думаю, что наш концерт подошел к концу, и мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до скорых встреч. Кто записал записку, не подходите. До свидания.